Господи, Томми, ты признался, что устроил перестрелку в храме. Самое веселье еще впереди. Ты же понимаешь, что я уже могу посадить тебя до конца твоих дней? Вероятно, если сможете доказать хоть что-то. Но тогда вы не узнаете Амарелла. Простите, что долго, моя смена только началась. Что будете? Два обеда, пожалуйста. И еще кофе. А знаешь, давай сразу кофейник. Вернемся к делу. У тебя были проблемы после этой истории в храме? Это очень странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на 7-8. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Морелла помогает Гелоте переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелла. 33-й год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поли что-то почуял. Но несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелла, мы отлично зарабатывали. Да он не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год. Пока Фрэнк. Калетти, канцельери Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками. Ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну, надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках. Своди даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томми. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняжка в детстве. Мне было лет 8. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка чернокодолетна. Шустрая борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачьи бега. Ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож. Но Дон пришел в бешенство. Она состарилась? Нет. Залетела. Началась течка. Она сбежала. И каждый пес обвинил. Ты как та собака, Томми. Соря деньгами, ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. А когда тебя отымеют, ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка. Он хорош в драке, но умом не блещет и руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томми, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это... Что случилось с собакой? Дон хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томми.
те дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. А, Томми, Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе поесть. В такой дождь? Умница, девочка. До завтра, Луиджи. Я помню. Когда босс еще был при препоне, послали нас шлепнуть одного типа. Какого-то грязного политика. Буря была страшная. И вот мы, значит, едем к нему в пригород. Улицы тогда освещались паршиво. Всюду темень, хоть глаз выколи. В общем, приехали на место. Выходим из тачки. И тут как ударит молния. Вдруг я вижу на лужайке голову, отрезанную. Лежит с открытыми глазами и смотрит. Как ты гонишь? Той ночью какие-то парни нас опередили. Грохнули его первыми. Много врагов у него было. А тело, кстати, так и не нашли. Херня это. Да честное слово. Эй, Томми, ты как? Ничего, только весь промок. Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Полли присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь настороже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди Поли на складе. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк, сделаю. Славно. Прошу тебя, доставь канадский товар в сохранности. Понимаешь, он уже присмотрел для себя один ящик. Если хочешь эту тачку... Спасибо, Этот тип где-то в Норд-парке. Рано или поздно он объявится. Ищите.
Только высок. Прости. Знаешь это место? Еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фермы. Не пас. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Ага, Сара, встречаешься. Дочурка Луиджи, твоя ночная смена. Ну ты и тип-том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поле. Ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в берлогу. Интересно, что бы она могла поведать о своем старике. Брат Луиджи был тем еще убийцей. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше нас. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется и врать. Заодно это можно на ней жениться. Вот черт. Сэп должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, не ссы в трусы, Том. Может, он от ливня укрылся? Или дегустирует? Будем его. Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Кто-то здесь прятался сегодня. Thank you.
что за сволочь собак убивает. Какое-то все бесхозное. Где ты прячешься, мать твою? Эй, приятель! Твоюж, брось оружие! Ты первый! У нас нет времени! Прости, парень. Видимо, придется по-плохому. Ну ладно. Скорее сюда! Я его прижал! Это я, Том! Поли, ты почему так долго? Искал Сэмми. Нашел его? Пока нет. Только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Вот черт! Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. А они ничего не сказали. Похоже, платит Морелло. Вот гнида. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Это серьезные ребята. Должно быть из пограничного контроля.
пограничный контроль на поводке у Морелла. Парни, жмите! Слава богу. Давай к нему. Останьтесь здесь, прикройте нас. Стреляйте во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. Они с тобой сделали? Подстрелили. Боже, сколько же крови. Идти можешь? Нет, нет, не думаю. Ладно, 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 ты только держись. Сейчас подгоню тачку и поедем к доктору. Эй, эй, ты справишься, Сэм. Томми, останься с ним. Я мигом, скоро вернусь. Ладно. Суки! Эй, все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да. Да, бывало. Откуда эти ребята повылезали? Это все! Давай, что? Мочи! Ты не понимаешь уже!
Тони и Донни тоже? Да. Вот же странная бойня. Как сам? Пока вроде держится. Я за ним. Смотри оба. Все, парень, едем домой. Мне нужен доктор, Полли. Да, я вижу, Сэмми, давай, держись. Тихо, тихо, все тихо. Сколько тебе золотая? Ничего. Хорошо. Полли, у нас еще гости. Скорей, едем. Я рядом, Сэм. Поищи, Томпсон. Еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер. Не дай им обогнать нас. Хера себе! Откуда у них такой грузовик? Чио!
никак! Взялится, Том! Вместе, Том! Вытащи Сэма, я схожу, разбужу доктора! Сэм! Сэм! Мы на месте! Док тебе поможет! Я у тебя трижды в долгу. Оли, что ты здесь делаешь так поздно? Здрасте, док. Простите, что поздно, но с нами раненый. У нас несчастный случай. Ладно, заносите его. Хорошо, спасибо. Так, я побуду с Сэмом. Отгони грузовик обратно и иди спать. Я останусь. Доктора и так забот полно. Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, Том. Все нормально будет. Ладно. Хорошо. Эй. Ты молодец, Том. Thank you.
Ты опоздал. Ужин остыл. Работа. Выходи за меня.